Мне кажется, очень важно сохранение татарского языка именно в поправках от Конституции Российской Федерации. Для меня прекрасно есть возможность в филармонии, где я здесь работаю, петь на своем родном татарском языке. Вот, например, на сольных концертах мы обязательно берем парочку-троечку песен на татарском языке, и даже с оркестром они звучат. Татарский язык – это наш родной язык, отца и матери язык. Мы с детства разговариваем на родном языке. Я даже не представляю, если я с мамой и папой буду разговаривать на каком-то другом. Это наш родной язык, мысли, все наши, вот, все передаем мы через наш язык. И то, что вот оно сохраняется, это вот огромное, вот, большое благо. Чуть-чуть